Сотрудники госавтоинспекции провели сегодня профилактическую акцию в поселке Панковка Новгородского района. В области за первые 8 месяцев зарегистрировано 55 ДТП с участием нетрезвых водителей. По их вине 14 человек погибли и 73 пострадали. Более 3000 автолюбителей были задержаны в состоянии алкогольного опьянения. С 3 октября на территории региона проводится акция «Спаси жизнь, сообщи о пьяном водителе». Чтобы люди были как-то более правосознательные, относились к этому с особым вниманием, потому что по вине пьяных водителей на территории Новгородской области и вообще по России случается очень много дорожно-транспортных происшествий, в которых страдают дети, в которых страдают другие участники дорожного движения. Участие в акциях помимо сотрудников госавтоинспекции принимают волонтеры. Сегодня свое неравнодушие к проблеме пьяного вождения показали ученики Панковской школы, юные инспекторы движения. Есть такие водители, которые садятся пьяными за руль и сбивают людей, пешеходов и даже тех людей, кто идет по тротуару. Мы призываем вас, чтобы вы не ездили пьяными за рулем. Областная полиция обращается ко всем участникам дорожного движения с просьбой не оставаться в стороне и своевременно сообщать о водителях, которые уже управляют транспортом или только собираются сесть за руль в нетрезвом виде. Это можно сделать по телефонам 63 41 49 или 98 10 80.